Сегодня мы побываем в одном из самых отдаленных мест заповедника на кордоне Старой Ямной. Туда нам предстоит преодолеть путь в несколько десятков километров. Отправляться будем от центральной усадьбы заповедника. Сюда мы прибыли на своем транспорте, ну а дальше будем передвигаться на служебных машинах. Вот только на таких внедорожниках и можно добраться до заповедных мест. Старая Ямная – один из старейших кордонов Брянского заповедника, а всего их четыре. Расположены кордоны в глубине леса. Чтобы попасть на Старое Ямное, вначале нужно добраться до границы заповедной зоны. Проехать предстоит чуть больше 20 километров. Так-то практически любое время проезжаю, потому что судьба заставляет, надо ехать. А так вот, вот река, вот она, видите. Когда дождики дождливые начинаются, осень или весна, то проблемки, конечно, создаются. Поездки по заповедным дорогам – это ухабы, тряска и, конечно, неповторимая природа. По пути встречаются и населенные пункты. Есть полузаброшенные. Здесь грань между цивилизацией и дикой природой с каждым годом становится все менее заметна. А единственная дорога, которая ведет на кордон, всего за несколько дней может стать непроходимой. Мы приехали. Дальше передвигаться нам предстоит пешком. Выгружаем вещи. И пойдем искать ключ от моста. Вот все это предстоит нести нам около 1,5 километра до кордона. Вот эти неподъемные рюкзаки. Было бы хорошо, если бы в нем лежала еда. Вот сейчас я пока нахожусь в охранной зоне, а за этой дверью уже начинается территория самого заповедника. На этом берегу реки еще можно ловить рыбу. А на том уже нельзя. За это могут наказать штрафом. Вот дверь поставлена специально, чтобы сюда не проходили браконьеры, ну или какие-то посторонние люди без разрешения. Все, вхожу в заповедник. Спасибо за дорогу, до свидания. На другой стороне реки Нерусой находится кордон. Подъехать к нему на машине невозможно. А вот пешком доберетесь наверняка. Мостик очень так шатается. Даже страшновато немножко по нему идти. Поэтому вещи перетаскиваем по чуть-чуть. Кстати, появился он совсем недавно. Раньше через эту речку инспекторы и посетители перебирались. Редкие посетители заповедника перебирались на лодках. Лодка это, конечно, здорово, но зато по мосту можно пройти в любое время года. Первое есть, иду за следующей партией. Ношу через речку, все тяжелое. Все. Слушай, какой-то кирпичей-то нагрузил туда. Путь на кордон лежит вдоль берега Нерусы. Поэт и философ Даниил Андреев, который любил бродить по этим местам, написал в письме своему брату следующие строки. «Даже великолепную Волгу не променяю я на никому неизвестную речку, Нерусу. Она течет среди девственного леса, где целыми днями не встречаешь людей, где исполинские дубы, колоссальные ясени и клены обмывают свои корни в быстро бегущей воде, такой прозрачный, такой чистый, что весь мир подводных растений и рыб становится доступным и ясным». Ну, вдалеке уже виднеется здание, а значит, мы пришли на кордон. Здравствуйте. Проходите. Сергей Максимов работает в заповеднике инспектором. Впервые приехал сюда еще студентом в качестве волонтера. После института дипломированный учитель географии и биологии устроился в Алтайский заповедник, но вскоре вернулся в Брянский лес. За время работы в заповеднике, вдали от города, Сергей успел защитить кандидатскую диссертацию, а еще перевез сюда жену и сына. В этом году Сергей Максимов отмечает юбилей – 10 лет работы на кордоне. Если бы не с любовью, тут, наверное, не работал бы. Условия специфические, несмотря на все телевизоры, душевые, туалеты теплые, не каждый здесь будет работать. Быт и специфика работы инспектора совсем не для романтиков, мечтающих только о любовании красотами. Здесь самому нужно рубить дрова, готовить еду, уметь обходиться с техникой. И это помимо основной работы – охраны заповедника от браконьеров.
Ранним утром жители кордона уже на ногах. В холодное время года первым делом нужно натопить жилую комнату. Здесь до сих пор стоит настоящая русская печка. Охапка две в день уходит. Сильные морозы, две охапки. Может быть, даже и два раза в день приходится топить. В доме все обустроено по-хозяйски. Деревянные фигурки и даже мебель Сергей делает сам. Вообще, так уж здесь заведено, что без дела не сидит никто. К этому родители приучают и сына Егора. Под другую. Ну что, Егор, зажглось? Сейчас как натопим. Сейчас на улице не очень холодно, поэтому тепла хватит надолго. Как только дрова прогорят, наступит самое время печь хлеб. Работников кордона это лишний раз избавляет от многокилометровых походов до ближайшего магазина. Ну вот, как-то так получается. Магазин далеко, поэтому печем сами. Теперь он должен остыть, но чтобы остыл, накрываем мокрым полотенцем, чтобы корочка была не твердой, а мягкой, потому что в печи он как бы становится очень хрустящим, и корку эту не всегда укусишь. По образованию Наталья историк. За годы работы на кордоне приходилось бывать в разных ситуациях. Проваливаться под лед в реке, в бобровые продухи, переворачиваться зимой на лодке. Но отношение к работе трудности не изменили. Здесь, по крайней мере, можно посмотреть, на что ты способен. Сложно, конечно, бывает. Бывает, что тяжело, особенно когда погода промозглая, и если разлив, например, или вот межсезонье, когда вроде и не снег, и не дождь, и вот эта каша под ногами, тяжело, ну, интересно все равно доходить до точки вот, определенные, следы те же читать. Я раньше не умела их читать, теперь уже что-то представляю. В доме тепло, еда приготовлена. Теперь можно заняться работой на кордоне. Каждый день примерно в одно и то же время сотрудники измеряют температуру и уровень воды в затоне, который соединяется с Нерусой. По уровню воды определять, можно ли в каких-то точках пройти, например, во время паводка, можно ли выйти на Непорень или пройти на Рум, потому что при определенных цифрах воды бывает, что ну, как бы, скажем, местность непроходима, поэтому мы в основном находимся тогда возле кордона. Ставим эту линейку, но не плотно вниз, а вот по краю. И смотрим, сколько у нас остается вот от сантиметров. Ну, вот уровень воды 19 сантиметров от нуля условного. Это очень мало, потому что получается сейчас уровень, ну, летний уровень воды. Обычно осенью воды гораздо больше. Эти показатели занесут в журнал. Он поможет специалистам сделать графики. Можно сказать, что каждый день на кордоне учтен, записан и отдан в распоряжение ученых. У нас 2 градуса. Сегодня она теплее. Вчера была градус. Сегодня на целый градус она поднялась в температуре. Часам к 11 вся основная работа уже сделана. Инспектору пора собираться в рейд. Но для гостей можно сделать исключение. Кордон Старая Ямная только на первый взгляд ничем не примечателен. А между тем история у этих мест богатая. В середине 17 века здесь был основан монастырь – Яминская пустынь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. Существует предание, что недалеко от этих мест, еще до литовского разорения, существовала церковь. Ну, предположительно, на противоположном берегу Нерусы. Точного местоположения нет. После освобождения этих мест от поляков и литовцев, и потом уже монах, если мне не изменяет память, Тима Лах, перенес обитель вот на это как раз-таки место. Вот это памятный крест. Мы его обновили в прошлом году, но до того стоял крест, который ставил Николай Петрович Шпиленок со своим отцом, Петром Никитичем Шпиленком. А до того стоял крест, который поставили два солдаты, которые выходившие из окружения. И они пообещали, если останутся живы, то поставят его. То есть память об этих местах существовала всегда. Монастырь просуществовал 100 лет, а потом по указу Екатерины II его упразднили. Из-за труднодоступности этих мест приход был маленький, а монахи, которые здесь служили, терпели нужду. Но и после закрытия монастыря паломники продолжали сюда приходить. Крестные ходы были.
и была часовенка до конца 19 века. По некоторым данным, еще в начале 20 века была часовня. Когда землю здесь обрабатывали, то нашли множество фрагментов керамики, скорее всего, со времен существования монастыря. Эти находки до сих пор хранятся на кордоне. Я вам привел, пришел вам показать угол монастырского ограды и рва, который, в принципе, лучше всего сохранился, как доказательство того, что здесь было поселение. А эта избушка тоже часть истории Старого Ямного. Правда, уже советского периода. Тогда в ней жили лесники. Потом она долго пустовала, а в начале 80-х в ней поселился Игорь Шпеленок, основатель и первый директор заповедника «Брянский лес». Именно в этой избушке были написаны письма с кордона. Серия очерков о необходимости охраны природы послужила стартом к созданию заповедника. Солнце уже высоко, а значит, пора собираться в рейд. Пройти предстоит немало, поэтому съемочная группа идет налегке. А вот в рюкзаке у Сергея Максимова всегда есть предметы первой необходимости. Спички, фонарик, бутерброды, термос. В этой работе нельзя предугадать, когда закончится очередной рейд. Сергей идет навстречу своему напарнику. Ходить поодиночке в рейд запрещено. Инспектор должен быть предельно сосредоточен, ведь его задача — увидеть браконьеров и нарушителей раньше, чем заметят они. Для опытного инспектора лес – это открытая книга, в которой важна каждая деталь. Это, возможно, один кабан ходил, вот он след. Плохо виден уже, он копытится. Вчера, например, они недалеко отсюда копались. Но надо не спешить тогда. Будем идти тихо, ну, листва шуршит, они услышат первей нас, чем мы. Надеюсь, они на тебя не падут. Камеру глядит. Быть наблюдательным и осторожным, знать повадки животных, предугадывать их действия – эти навыки необходимы для инспектора. Ну, смотрите, вроде след подоттаял, конечно, он расплылся. Но... Медвежья лапа. Ага, вижу. Вот она, мозоль передней лапы, вот мозоль, это задняя лапа. Они ступают след в след. Коготки достались. Нет, он сюда перешел. А, с той стороны? Да, переплыл сюда и поднялся на берег. Поваленные деревья видно издалека. Это следы активной деятельности бобров. Сами животные появятся ближе к сумеркам, доделывать начатую работу. Разрушительно-созидательная деятельность бобров. Кора у них в желудочно-кишечном тракте перерабатывается бактериями. Не нужны их зубы. Снимает кору. Эти места стали заповедными только в конце 80-х. До этого здесь располагались населенные пункты. О тех временах напоминает одна достопримечательность. Уже несколько лет неподвижно лежащая на берегу Нерусы. Это печатный дуб. По легенде, здесь Екатерина II. Под ним сидела, так же, как и в Брянске, сидел Петр I под дубом и писала какой-то указ. Ну, естественно, легенда остается только легендой. А все намного прозаичнее. Была граница земель государственных и частных в свое время. И просто по нему делились земли. Условная граница. А он как хороший ориентир, да. После небольшой остановки двигаемся дальше и через несколько минут приходим к месту встречи. Совместные рейды с напарником – это еще и возможность получить продукты. Фрукты, сладости – все то, что нельзя купить в сельском магазине, инспекторы привозят друг другу. Это у нас осуществляется автомагазин «Приехал». Доставка продуктов на кордон. Правда, идти до этого магазина нужно около 4 километров. Причем в любую погоду. Когда по сухой тропинке, когда в резиновых сапогах, а когда и плыть на лодке. Рейд для инспектора – это понятие, неограниченное по времени. Никогда нельзя предугадать, сколько он продлится. Тебя могут вызвать и ночью, и днем. Ты можешь прийти из леса в 9 часов вечера, растопить печь, а тебя через часа два говорят: выходи туда-то, туда-то. Срочно помощь нужна. Сегодня на этом участке все спокойно, поэтому немного отклоняемся от маршрута. Снова безлюдные места и снова окунаемся в историю. Это так называемый Кудеяров бугор. Кто наши легенды знает, Кудеяр – разбойник. Здесь, может быть, и селились разбойники, а скорее всего, просто был древнее городище.
окруженная тремя валами, наш краевед Трубчевский Падин в 50-х годах 20 века проводил раскопки, обнаружил самые древние культурные слои, датированные 6 веком до нашей эры. Это дежурство обошлось без происшествия, значит, пора возвращаться на кордон. Дорога становится все менее заметной, и совсем скоро последние яркие краски скроются за горизонтом. Правда, чем темнее в лесу, тем громче начинают доноситься разные звуки. Хозяева заповедных мест выходят по своим делам. Даже в таких необитаемых местах увидеть животных совсем непросто. Они настолько боятся человека, что спешат скрыться при любом постороннем звуке. Сергей, ну мы вот вернулись уже месяц на небе. Это вообще время нормальное для вашего прихода домой или бывает и похуже? Так, сейчас 7:30 вечера. Конечно, рано. Обычное время для зимнего рейда прихода. Но бывает, что в зависимости от обстановки всю ночь ходим по лесу. Еще можно побродить по лесу. Ну, пойдемте в дом. Вечером после ужина все данные и наблюдения, собранные за день, заносят в специальную тетрадь. Потом ее отдадут научным сотрудникам. Если этой ночью никто не потревожит границы заповедника, то именно так и завершится еще один день на кордоне. Там, где к жилью человека в любой момент могут прийти дикие животные, где большинство навыков из городской жизни оказываются совершенно бесполезными. А самое главное требование к сотрудникам очень простое – преданность заповедному делу.